Привет всем, меня зовут Валентина Авленти, и сегодня я хочу вам рассказать то, что я недавно обнаружила. Ой, здесь вот у нас стоят два горшка, ой, простите, в общем говоря, и хочу вам сказать, я когда убирала и оставила грязные двери для того, чтобы вам заснять, вы видите? Я не знаю, как можно в туалете, вот, я не знаю. У меня это похоже, знаете, как вот зайдешь в общественные туалеты, там распишут, короче, коричневыми красками, знаешь. Вот так же самое мне, это ассоциация, вот так же самое, как, не знаю, кто это делал, или Келлис, или Бася. Но, в общем, двери, это просто тихий ужас, мои дорогие зрители. В общем, рассказываю. Так как мои животные, простите, вон, не зарывают, наверное, вот то-то там где-то посредине написяндили, и вступили же в него, потому что они не зарывают. И, соответственно, влага и тому подобное, короче, в общем, дискомфорт и все остальное, вот это ж трусили так лапой, что вот это мне загадили всю дверь. Но это ужас какой-то. Бусёныш, нету у тебя, понимаешь? Нету у тебя уборщицы. Бусёныш, где ты там? Или это ты, Кирюська? Ну, Келлис тоже могла это сделать, потому что, может быть, это Келлисёныш. Это ты там? Нет? Ты Бусёныш? Или кто? Кто вот эти делов там натворил? Рассказывай давай, бегом и моим. Это ты там таких делов натворил, Бусёныш? Я хоть потискаю вот это вот. Затискаю, потискаю. Но так как вы уже находитесь на моей кухне, у нас есть вот такой аппарат. Ну, здесь можно готовить все, что угодно. Здесь мой муж, ну, как бы, готовит картошку фри. Там постное масло, в общем, такая штука. Здесь мне нравится очень интересная розетка. То есть она так намагниченная и очень удобно сделана. Хотя здесь очень есть предупреждение, что может ребенок, короче, сюда. В новых технологиях есть свой прикол. Нужно ко всему относиться очень осторожно. Ну и мой муж нажарил вот эта курица. И он ее пожарил. И рыбу он так жарит. Много все жарит. То есть это очень удобно и комфортно, потому что это быстро. Вы закидали, оно быстренько здесь пожарилось. Здесь температура устанавливается. Оно легко разбирается. Потом здесь вот так вот цепляется, да, если вам нужно. Потом погружается, и вот это потом снимается, разбирается, тут разбирается. В общем, я вот это все потом ложу посудомоечную машину свою и мою. Ну и все, немножечко. Несмотря на то, что я спешила на работу, Буся все же добил мозг, и пришлось открыть окно Буси. Но так как мой муж сегодня не работает, поэтому... Окно Буси открылось. Если бы он работал, то Буси бы никто окно не открыл. Только потому, что, ну, Буся же не сторожевой пес, а сегодня лишь милый Буся. Я не думаю, что Буся будет защищать, чтобы квартиру не ограбили. Там такой Буся, что еще своим внешним видом привлечет к себе внимание. Поэтому Буську мы очень любим и ценим. У всех людей есть нормальные такие пакеты, специальные сумки для еды. А я, как всегда, как бомб с вот этими пакетами. О, видите, как внезапно. Бусёныш, ты обиделся? Ты обиделся? Ты мамон слушаешь, да? Мамон тоже тебя иногда слушает. Конфетку тебе дает по твоему мяку. Все почти по твоему мяку, Буся, делается в семье. Это как-то Буся. Это по-кошачьему, конечно, не по-хозяйски это. Хозяин не должен угождать Бусе через каждые 5 секунд. Гляньте, сколько волосни от Буси. Весь дом волосни. А еще ж у меня Келлис есть.